Сегодня форумы в интернете просто ломятся от обсуждений гражданами наиболее интересующих их вопросов, касающихся образования тарифов на коммунальные услуги, в частности, за горячую воду. По их словам, во время проведения собраний ТСЖ и управляющие компании инициируют стоимость за водоснабжение. Как правильно построить свои договорные отношения с товариществами собственников жилья или управляющей компанией? Ведь именно эти организации выставляют счета потребителям за коммунальные услуги. Прерогатива утверждения тарифов в сфере естественных монополий, как то горячая вода, отопление, водоснабжение холодное, водоотведение, принадлежит региональной энергетической комиссии. Никакое общее собрание товарищества собственников жилья, конкретно обращаюсь к жителям дома номер 28 на улице Комбайновой, который регулярно обращается ко мне за консультацией, то есть там нарушения есть, и пишут, что собрание будет принимать тарифы. Собрание не имеет права принимать тарифы в сфере отопления и горячей воды. Чтобы гражданам выяснить, каким образом происходит ценообразование тарифов, можно просто следить за сайтом регионального оператора. Тариф утвержден за гигакалорию, то есть стоимость есть гигакалории теплоносителя, и формула, которая содержится в правилах оказания коммунальных услуг в приложении номер 2, она как раз и подразумевает, что вы берете основное значение – площадь всех отапливаемых помещений вашего дома, площадь вашей квартиры, стоимость гигакалорий, тот период, за который вы считаете. И далее происходит следующее. Если вы эти расчеты не делаете, или кто-то небрежно собирает, или вообще не собирает квитанцию о оплате коммунальных платежей, может быть и следующее. Вам в конце могут ближе к 3 годам прийти квитанции, что вы должны за отопление, за горячую воду, за водоотведение или за холодную воду. Такие вещи происходят, к нам приходят люди, говорят, мы подробно все считаем, но тем не менее мы вроде должники. Помимо этого, потребители имеют право потребовать провести перерасчет по оплате за услуги водоснабжения. За 3 года сумма может накопиться вполне приличная. Единицы только начинают предъявлять требования, в том числе в судебном порядке, о возврате денег, переплаченных за отопление и за горячее водоснабжение. Многие могут задать вопрос, да как, вот, да что, да почему? У нас очень доступен сейчас интернет. Зайти в правила оказания коммунальных услуг или в форум «Как воруют в ТСЖ», и вы увидите примеры, когда люди в досудебном или в судебном порядке возвращали за 3 года, а почему 3 года, это исковая давность, когда вы можете предъявить требования имущественного характера. Так вот, суммы по однокомнатной, по двухкомнатным квартирам среднего размера составляют от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас отопительный период в самом разгаре, но сильные морозы уже отступили, а значит и огонь в печах поубавили. Так что, если вам выставили тарифы завышенные, отличающиеся от установленных региональной энергетической комиссией, знайте, что кто-то за ваш счет обогащается.